Привет всем подписчикам, снова Лунный Ландшафт в эфире. Сегодня мы вернулись на блиндаж, который вы видели там пару недель назад, который мы копали. Вот, мы его не докопали. Вот, сегодня мы его докопаем. И потом, вот тут у нас есть соседний, еще возьмем еще один блиндаж. Вот, ну а там посмотрим. Так что у нас где-то 1,5-2 блиндажа на ближайшее время. Будем глядеть. На улице он тепло, уже зеленочка. Начало мая. На носу великий праздник. День Победы, 9 мая. Поэтому всех нас с наступающим, а вас с прошедшим. Поехали. Крышечка от котелка, от нашего чего-то, не знаю, вырезали, сделали вот тут ушки какие-то, два ушка, какую-то крышку, что ли, непонятно для чего-то. Классно. Куда? Наша гильза советская от трехи 7,62. Такой неплохой сохран. 40-й год. Осторожней. Только жульки непонятны с заклепкой. Да. Что-то непонятно. Запчасти. Это головной взрыватель попался. Прилетел в блиндаж. Непонятно, чего. Вообще похож на 37-й пак. Непонятно. Ох, а ты по хребтине. Ау! Вот видишь, оп. Оп. Да. Еремешич, ко мне пошел. Ну, давай рубанем его. Хе-хе-хе, товарищи. Да, ну доставай. Давай. Да сразу за две, вот там бери, там. Опа. О, видишь, с допником ты. Маленькое разваливание. Веймарские. О, ничего себе. Да, смотри-ка, сохран-то. Ну, огонь. Да, да, классный. Крутковат, правда, но. Крутой ремень. Нем. Такой мельхиор-то вообще, как это. В земле не лежал. Чистенький весь. Так что, людишки, пойдем мыть. Так, вот он. У нас чистой воды. В соседнем блиндаже. Там не пролетать будет. Запчасти. Это аккуратненько сейчас разберешь его. Ну домывай, зови. Ну да. Заснимем, что получилось. Красота. Ну вот такой вот ремень.
железный зацеп. Здесь у нас клеймо какое-то. К4. Еще римская двойка. Так, тут пока ничего не видать. Регулировочный ремень. Так вот. Пряга вот такая. Немного она расклепалась что-то. Мельхиоровая веймарская пряга. Это от нее хлястик. Тут у нас должен быть, по идее, производитель. Пока только видно букву Б. Где-то вот здесь он. Уже затасканный. Не видно производителя. И такая вот тренчик. Б-петля. Здесь тоже есть клеймо овальное. Тоже пока особо не видно. Ну, такой вот неплохой набор. Прягу немножко подремонтировать, сшить. И будет... Унс тебе. Как я и говорил. Вот так вот. Бутылка. Певчанский зелененький. Немецкая бутылка полулитровая. А может, и минералочка была такая. Боржоми. Боржоми, да. Дарборжоми. Булавка была. Что-то она немножко не дожила. Железная. Синий проводок. Лейкопластыря моток. Вытащил он там браток. Гранатка М39 полеживала. Попозже сполоснем, покажем. М39 и Ичка. Всех с Пасхой. Прошедший нахуй. Вор. Викторина подземная. Что это? Что это может быть? Делаем ставки. Господа. Давай, давай, называй что-нибудь. Что там показывает? 46. 44, 46. Я думаю, что это снаряд.
Такие у меня мысли дурацкие. Сейчас. А я думаю, что это доска. Как это доска? Не, ну доска-то понятно. Да, по-любому. Проверяем наши гипотезы. Береза в сохране. Это не то. Что-то я такое втыкаюсь, явно металлическое, что ли. Это сложная конструкция, извиняюсь за выражение. Ух ты. Это явно что-то железное. Это конструкция. И это дверь от печки. А чем тебе не пряга? Ну когда пример, иди сюда. К этому. Уж крестоносец. Отлично. Ну ничего, симпатично. А рядом гильза. Так вот. Да, дверца от печки. Вот так вот. Такие вот находки. Кирка. Ну вот. Крупняк. Инструментарий прет в этом блине у меня. Да. Попалась коробочка какая-то. С писюльками. Правда, развалилась, но тут что-то не видно. Может, из-под сигарет. Попозже помоем. Посмотрим, что это. Бутылка зеленая, точно такая же. Так, вот мы и закончили этот блиндаж. В общем-то, больше ничего такого интересного не вылезло, но кое-какие интересные находки тут были. Будем переключаться на следующий. И вот показываю обещанное яичко, помытое. Такое. Тут у него клейма, тут клейма, вот этот орел вермахтовый, приемка, здесь у него 41 год на колпачке, снизу 41 год, ну, тут что-то налипло, ну такое в общем. Довольно неплохой сохран. И сейчас еще покажу одну штучку. Вот такая бутылка. Вы видели, когда доставал. Оказалось,
что она целая. Это бутылка с минеральной водой. И я сначала подумал, что может быть вода затекла туда с блиндажа, но она лежала на боку. И просто так бы вода не залилась, его было бы гораздо меньше вот так вот. Так что эта бутылка целая. И внутри, по идее, должна быть минеральная вода. Раз уж она такая светлая и без осадка. Что крышки попадались такие металлические. Именно от минералки. Так что вот, можно открывать и пить немецкие соли. Да, что тут? Вроде... Вот эту банку с крышечкой. Похоже на... А, это таблетница. Такая вот таблетница. Фу, там. Это бяка внутри. Таблетница с алюминиевой крышечкой. Не забудь слить, а то мало ли что там домой принесешь опять. Я понял, вас увлекаешь. То эфир, то бензин. Крышечка такая. Это Вольф Унцон. Такая фирма была. Всякие там бальзамы для волос. Всякие там штуки такие. В общем, парфюмерия. Такая вот пластиковая крышечка. Прошел. Вылез тюбик такой. Сейчас мы попробуем его помыть. Смотреть. Что такое за тюбик? Там, скорее всего, Нивея. Нивея. А может и не Нивея, но уже еще крем какой-то был. К сожалению, стерлась красочка. Такая пробочка. Прохода выкопалась деревяшечка. Какая-то на ней что-то написано на немецком, да? Сильно не пить. А первая какая? Кэш, что ли? Ничего.
алюминиевая пуговка нижнего белья. Вылезла такая вот вилка. Без одного зубца, правда. Алюминиевая, что ли? Угу. Пока не видно чеков никаких. Но тем не менее. Ну, фарт молодой человек на вилке с тремя зубцами. Да. Да, за неделю вторая вилка покалеченная. Чётенько. Это медицинка вылезла, такая пробирочка с черным колпачком пластиковым. А это что такое? Это заклепка от ипритного сумочки. Одна заклепка. Следом вылезла свечка. Такой огарочек. Закатился под пол. А, жаба. Жаба, блядь. Никак не лежит. Чехол под лопатку. Блин, пизда, блин. Да. Жаба с ножными. С остатками чехла под лопатку. А ножны, кстати, какие-то странные. Там уж меня глючит, только ощущение, что не 98. Да, но сохран. В стене сохран. Очень неважнетки. Может, конечно, намыть для красоты. Вот так вот. Так что на сегодня все. Помаши лопаткой. Вас приветствует лунный ландшафт. Всем привет. Сейчас мы запрыгиваем тут. Ну, уже один товарищ уже запрыгнул. Он там, ручейки у него там. Тебе пенопласта не выдать, сейчас кораблики запускать будешь. Слушай, лучше кораблики. Да? Чем ведерком за трещинкой махать. В общем, сейчас мы, в общем, добьем этот блинец. Вот. И куда-нибудь переместимся. А, надо еще один блин добить тоже. С прошлого года еще. Вот. Всем не болеть, не хворать. Вот такой был карандаш химический, но он умер. Блиндажная свечка. Такая вот.
мундштук от трубки. Потеряли, видимо. Перочинный ножичек был, но, к сожалению, он не дождался. Вряд ли из него что-то путнее получится. Посмотрим. В общем, такой вот ножичек был. Написано? Написано? Швейцарский наш, по-моему. Прадель 255 и Нокс. Да. Вроде швейцарский. Накладочки, конечно, тю-тю. Можно новые сварганить. Вот так. Клевый кухонный нож. Вот и закончили мы с этим блиндажом. Даже что-то в нем немножко осталось, как всегда. Вот. Кто-то тут ворошил, копал. Ну, как всегда. Как всегда. Вот. Поэтому мы забрали все, что не забрали до нас. Ну, пойдем сейчас добьем еще один. Наш старенький блиндажик, которым 6-7 видос. Тоже мы копали. Там чуть-чуть осталась задняя стенка. Сейчас пойдем ковырнем. Поехали! Так, значит, блиндаж докопали. Такой вот он был, стал. Больше, в общем-то, да и не нашли там ничего. Такая штука непонятная, какая-то из алюминия, что ли, сдирали. Внутри как будто поло. Не открывается ничего. Непонятно. И вот гора патронов. Собственно. На этом все пока. Сейчас мы попробуем вот эту варнуку большую. Качнуть. Мало ли чего. Или кто? Такая большая, заплывшая. Довольно-таки глубокая должна быть.